Гречка по-флотски. Вкусное, сытное и полезное блюдо. Пока отваривается гречневая крупа, приготовьте поджарку из говяжьего фарша. Всего за 20 минут у вас будет готов полноценный обед или ужин. Гречневая крупа богата полезными веществами, помогает человеку бороться с болезнями и оставаться здоровым, и поэтому я обязательно включаю в меню блюда из нее. Одно из них – гречка с мясным фаршем. Ниже смотрите подробности, как приготовить гречку по-флотски. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте необходимые продукты, крупу переберите, промойте в прохладной воде, откиньте на сито. Залейте гречку холодной водой, пропорция крупы к воде всегда 1-2, добавьте соль, на сильном огне доведите до кипения. Накройте крышкой, варите на медленном огне в течение 15 минут, не перемешивайте крупу и не открывайте крышку до полной готовности гречки. Пока отваривается крупа, приготовьте фарш, мясо перекрутите на мясорубке, посолите и поперчите его по вкусу, перемешайте хорошо. Вкуснее тем, кто подпишется. Добавьте мясной фарш, перемешайте, обжаривайте до румяной корочки, помешивая лопаткой. Добавьте гречку, перемешайте, готовьте на медленном огне в течение 2-3 минут. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Крупа гречневая, 200 грамм, вода, 400 миллилитров, соль, 1 чайная ложка, говядина, 200 грамм, масло растительное, 1 столовая ложка, лук, 2 штуки, количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока!